Привет! С вами снова канал «Еда на любой вкус». Как приготовить кексы очень быстро к чаю и практически из двух ингредиентов? Легко, особенно если у вас в морозилке есть мороженое. Итак, берем 200 граммов любого мороженого. Здесь я использую шоколадное, но можно пломбир. Разломаем его вилкой, чтобы немного подтаяло. Тем временем смешиваем 100 граммов муки с 1/2 чайной ложки разрыхлителя. Мороженое стало мягче, но до конца не растаяло. Просеиваем сразу всю муку с разрыхлителем и быстро смешиваем до однородности. Раскладываем с помощью двух ложек по силиконовым формам. Формочки предварительно я ничем не смазывала. И далее печем в разогретой духовке до 200 градусов всего 15 минут. Палочка совсем сухая, кексы готовы. Посыпаем при желании сахарной пудрой. Кстати, сладость кексов зависит от мороженого. Дополнительно можно в тесто добавить сахар. Кексы очень вкусные, когда теплые. Получаются они мягкие, а главное, очень легко и быстро. Приятного чаепития. До новых видео. Пока!